Так, водитель у меня сегодня здесь наш общий друг Алексей. Лех, какие шансы, Леха? Давай газу больше, Лех. Ну, за УАЗом тяжело идти, да? Вообще, мы гребем, у него клиренс. Конечно, за УАЗом клиренс намного выше. Давай, бери больше разгон и ходом. Давай, 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 газу, газу. Ну идет, идет. Липучка. Пока не травился. У вас вон, смотрите. Проехал. Красавчик. Да, по-любому, Лех. Давай разгона больше. Давай, вот. Вот, смотрите, у вас. Идет. Красавчик, легко. Так, камера у нас травился. Масса. Неплохо, неплохо. А я сказал, что у вас это сила, слышь? Я сказал, что у вас сила. Ну давай, выезжай как-то. Так, смотрите. На автомате. О, давай, давай, газу, 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 только так. Вторая пониженная, газ пол. Ух ты, смотрите, масса какая. И клиренс, да? И прет. И прет, отлично. Да, Нивам здесь тяжело. Так, виданчик пока. Ну-ка, давайте Макса посмотрим. Тоже неплохо. Но все, и Судзу у нас тоже пока не едет. Ну что, у нас УАЗ и Невасик пока присели. Так, Нива на узкой резине. И не едет. Не едет. Хотя уже до земли докопался. Так, Макс у нас борется. О, Леха, давай, 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 топи. Вот про свою Диву что хочу сказать. Клиренс, ну, стандартный, как нивовский. Но за счет блокировок мне нравится, как идет. Именно ходом. Сейчас, смотрите, ход наберет. Вторая пониженная, газ пол. Давай. Вот, видели? И пошла, пошла, нормально. Резина липучка, 215-я. Вот на данный момент эта резина гребет неплохо. Так, сейчас мы заблокировали версевой. Макс молодец, борется. Ну, у него резина. МТ-шка, по-моему. Ничего не видно. Давай, Леха, газуй. Вот так вот. На блокировочках, не вас. Идет. Тяжело, но идет. Сюда бы резину на данный момент погрубее.
и было бы отлично. Видите, все четыре маслает. А стандартная, не все бы колеса крутились. Ну давай. Что, выйдет, нет? Так, здесь сидим. Лёха! Чё у тебя? Едет машина? Вообще поехала по-другому. Слушай, надо вторая пониженная, газ пол давить. Блин, здесь не хватает мощи ему. Ты первую раскрути, вторую. Включаешь вот этот вот, и она так садится. Я пробовал. Понял. Но все равно, я смотрю, идет неплохо. Вообще идет неплохо. Давай. Сейчас я вот накатаю, попробую со второй сразу тронуть. Давай. Ай-яй-яй-яй, Макс, задавит. Вот здесь, во-первых, выезд жесткий. Все, Леха добрал, вторая пониженная, газ пол и пошел. Исудзу Родео. Супер. Так, Серега приехал на белом патриоте. Сейчас он вытаскивает седана, Евгения и белый стандартный Невас на узкой резине. Так, Серега у нас катается на летней резине, ну стандартная, которая идет. По-моему, на нее так и приехал. Вот по нашему следу, по Нивовскому, ему без проблем. Ты на летней, что ли, опять? Не знаю, как так можно. Так, здесь у нас Макс вытащил. Так, у нас все выбрались. Маршрут у нас продолжается. Решили проложить новую дорогу. Я что-то не уверен. Сейчас, говорит, мы разгонимся, выскочим. Кого нафиг? Ждем. Засадил. Ну, еще б выйдет. Нет, конечно. Так, ну что, посмотрим, как Макс у нас. По-моему, очень сложно. Что, нет, тоже шанс. Так. Ну, сложно. Снега очень много. Так, Ниссанчик борется. Смотрите, сколько снега. Так, седан тоже сидит. Ребят, снега выше колена. Просто выше колена. Здесь уже до земли. Ну, короче, все по клиренсу не прошли. Ой, господи, выйти надо. Так, здесь лебедочка. Будем вытаскивать. Я хочу этот почистить. Да, да, радиатор надо почистить. Я сюда и ползу, блядь, а то сейчас перепеть. Давай. Ну, давай посмотрим. Все, Тойота тоже приехала. Никому не фартануло. Буханочка на блокировках. Никому не фартануло, вообще никому. Будем всех по очереди вытаскивать. Так, буханочка без блокировок, но злая резина у него.
Да. Смотри, злая резина не помогла, да? Нет, да. Там вот не пошло. Ну и блокировок нету. Ну я вот нажимаю постоянно. Человек подъехал к нам. Вы, говорит, куда, говорит, все? На рыбалку? Ну и с нами связался. Мы говорим, поехали на Сакмару. Так, вытаскиваем мой Невас динамическим тросом. Ну все плотненько, прям плотненько сидят. Давай газу, газу! Плотненько. Пока он буксует, радиатор почистим. Ну там пока возможности нету сдать. Там остальные подсели. Пошла в работу лопата. Лопата — лучший друг джиперов. Не засаживается, аккуратненько. Ага, ну и сейчас наша очередь. Все, все, все. Так, решили выезжать на дорогу. Женя пытается выехать. Поменял себе резину, просто шипы. Зато никому не мешаю. Да, зато никому не мешаешь. Ой, я тогда тебя лег сейчас. Да, ну, давай, видно, что задним мостом он висит полностью. Просто висит. И так каждый автомобиль у нас висит. Хотя лифт установлен, но не помогает. Давай, давай. Он не дергает машину, жалеет. Дернешь? Все, он за тобой приехал. Ты что не едешь-то, товарищ Хаммер? Я на тяночку. Назад тронешься? Ага. Давай, вперед уже рывок делай. А у тебя... У меня блокировка, у меня этот, круиз-контроль, трекшн-контроль срабатывает. Понятно. Совсем, он глушит движок. Все, ты накопал, наверное, и теперь никуда не поедешь. Ну что, Хаммер второй. Хотел не его вытащить. Встал немножко на спуске. Так, правая сторона уперлась в снег. Ни назад и ни вперед. Под собой накопал. Так, каков у нас результат? На летней резине Патриот. Ну, правда, не по снегу, но проехал. Седан зацепился за него лебедкой и потихоньку вперед выезжает. Nissan, Toyota, Буханка — все сидят. Isuzu Rodeo подкапывает, пытается сам. Так, та буханочка выехала. Так, нас вытащили. Хаммер, хоть и на склоне стоит, ни вперед, назад не едет. Toyota, управляй мечтой. Тоже только лопата помогает. А смотри, Фидан, передняя лебедка зацепился за УАЗ Патриот. И за заднюю лебедку Isuzu Rodeo тащит. О, прикольно. А белый у вас Патриот, он стоит. То есть за него как якорь стоит.
Так, смело, смело, смело пошел. Ну, в принципе, ситуация та же, что ребята оттуда ехали. Хаммер отсюда поехал. Но он пока шевелится. Ну, давайте посмотрим. Интересно посмотреть за борьбу. Так, Женя выехал. Хаммер. Отлично. Посмотрите, что Хаммер творит. Красавчик. Ты дури сколько, а? Красавчик, ребят, прям понравился. Вообще супер. Блин, молодец. Ну и чё? Всё? Топчи, Лёха, топчи! По следу Хаммера, не Васик. Да куда? Не, столько снега, ты чё? Гребёт. Да не, такой клиренс, когда его победить? Ну, может, назад поедет? Еще едет. У кого есть еще лопата? Мне надо мурку катать. Жень, скажи, пусть назад максимально. Я сроку башню. Ты смотри, ползет, не вас у нас. Вот так вот. Да ладно. Вот это да. Красавчик, красавчик. Так, пробуем. У вас, где Нива после Хаммера прошла. С такой резиной, супер. Так, ну что, не вас решил в другую сторону рвануть. Нет. Шевелится? Посмотрим, выйдет, нет? Давай! Получилось, отлично. Что, там кирпичи, наверное? Ну все, раскатали, раскатали. Так, не вас, на узкой резине. Супер. Тойота самостоятельно борется. Ах ты, красавчик. Молодец. Андрюха молодец. Ну что, Нивы решили Хаммер дернуть. Ну, мне кажется, глупая затея. Нужен, наверное, рывок все-таки хороший. Нет, 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 нет. Давай попробуем максимально назад Ниву, чтобы дернуть немножко. Нет, не хватает, Нива легкая у нас. Бесполезно. Ловишь, вот прям 5 сантиметров вперед, 5 сантиметров назад, вот чуть-чуть. Я в подъем, и ты в подъем. Да, конечно, тяжело. Давай, нет, кого-то потяжелее просто, если поставить, мне кажется. Давай трос тот. Ну что, пробуем Исудзе. О, ну да. Исудзе потяжелее. Рывок получше, пожестче. Ну неплохо. Мне прям понравился Хаммер по снегу. Красавчик. Все. Внизу снега глубоко. Все, ясно.
Где лебедка? Все. Пытаемся Исудзу вытащить. Это получается, мы внизу ямки, снег сюда надувает, и проблематично выехать. Снегу я закрываю, надо мне самому выйти. Лёха, отдай лопату. Не шмогла, не шмогла, как говорится. Не смог. Во-первых, не по траектории пошел следов, но и после УАЗа. Леха, руль сюда. Руслани. Еще. Да. Поехали. Пробуй. Давай, пробуй. Назад надо. Давай-давай назад, потихоньку накатывай. Ага, давай-давай накатывай. А ты заблокировался? Да. Не получается? Ну-ка, покрути колеса. Не, колеса все крутятся. Че, никак? Так буксует на второй блок. Ты на пониженной? Да. Ну давай, давай, дергайся же. В самом низу лощина стоит, то есть туда подъем и оттуда с подъема. Ну все, толкать надо. Ну что, решили немножко стронуть. Клиренса не хватает, не хватает клиренса. То есть, в принципе, автомобиль меня радует. Но единственное, что не хватает, клиренса и резина. Ну что? Ну давай, давай, Леха, давай, поехали. Давай, давай. Отлично. Ну все, получается. Первый, наверное. Первый идет. Куда идет? Идет она. Назад, наверное. Да, тут назад. Тише, машина сзади. Да, ребята, маршрут сегодня у нас интересный. Че ты, давай, поехали. Давай. Вот так. Только так надо ехать. Отлично. Так, тут выбирай, куда поедем. И газу, Леха, не туда. Ну ладно, уже поздно. Поехали. Нормально. Ветер. Правее меня. Да не знаю, езжай куда-нибудь.
гаишник, поехали. Это у меня, ребята, досторовод за рулем. Специально сел, чтобы опозорить, не вас. Забывает переключаться, там руль крутит не туда. Ну, это все шутки, конечно. Да, ну снега, да? Навалило. Снега вообще по катухе обалденно все. Надо дифференциал разблокировать. Ну-ка, выжми сцепление. Все, поехали. Вот. Сейчас, наверное, разблокировано. Давай за патриотом. Поехали. Здесь ребята катались неделю назад, но дорога более-менее набита. Но, насколько я знаю, Дастер и Нивы, по-моему, сюда не доезжали. Бампера пооставляли здесь. Да, я знаю, что на Дастерах бампера поотрывались. И вот сейчас мы с вами поедем через лес. Я не знаю, видно будет по камере, не видно, сколько снега, какая колейность. Потому что, ну, на пузе, короче, ползем. Это чувствительность камер совершенно другая. Ну вот если по патриоту посмотрите по заднему мосту. Так, ну что, мы пока втроем добрались. Шевик, мой и УАЗ. Вот. Остальные пока. Пока-пока не едут, они далеко, но движутся. Так, взял другую камеру с фокусом, давайте найдем. Так, Митсубан. А кто-то у нас там стоит. Ну, даже не могу приблизить. У кого-то сложности, кто-то загородил путь, и вся колонна у нас там стоит. Так, хаммер у нас подзастрял. Время уже много. Планировали на пару часиков. Уже больше. Ну и по времени, говорит, поеду домой. Сейчас. Мы еще никак не выйдем. Чай еще не пили. Основная колонна у нас здесь. Ждем остальных. Буханочка решила развернуться и по полю. Так, еще одна Нива у нас домой собралась, и надо как-то разворачиваться. Других возможностей нету. Давайте посмотрим, как это получится. Смотрите, всех дождались, и теперь едем по лесу. Дорога здесь непростая, она неровная, постоянно в диагоналях. Только на пониженной. Да, мы только на пониженной. В двух словах про Невас. Ну вот ты не часто же на моем Невасе катаешься. Блин, едет очень хорошо, блин. Очень хорошо идет. На удивление, конечно, не ожидал я. Я на этом не ездил летом. Ну да, в Башкирии. Как бы самое, по зиме не ездил. Но ощущение, что реально она едет и едет. То есть эти все блокировки, ребята, работают. И если есть у кого возможность, ставьте, конечно, блокировки. И машина совершенно другая. То есть у нас вот
Нивы в стоке очень сильно втыкались и сейчас тоже втыкаются, едут за нами. Мы даже без напряга проезжали, ну, очень такие сложные были места. Мне понравилось, как идет. И блокировка вот эта тоже хорошо работает на раздатке. Ну да, мы просто иногда не блокировали раздатку, пробовали и так, и так. И так. То есть она работает. Да, она работает, да. Конечно, не так, когда уже жестко заблокировано, но она работает. То есть все это нужно. Если есть возможность, да. Ставьте. Ладно, ребят, давайте под музычку посмотрите. Красивый лес. Ребят, да. Вы самовары растаплены? У нас вот мелочь, да, мелочь вот растаплены самовары. У кого есть, доставайте, будем топить деньги. У нас просто в Оренбурге с бумагой дефицит, да, очень большой, и мы и денег, во-первых, там уже некуда девать, и решили. Этого желаю. Да. Короче, икра, колбаса и деньги жгут. Да, да, да. Так, приехали на Сакмару. Так. Все, заедет? Смотрим. Давай, Лёха, газу. Так, ну что-то не получается у нас. Решили по другой траектории. Сейчас, Алексей. Ну, блин, все равно вот. Я смотрю, как вот Алексей ездит. У каждого свой стиль езды. Мне кажется, я бы по-другому поехал. Мне кажется, у меня бы лучше поехал. Ну так каждый думает, кто смотрит видео, думает, что они там мучаются. Да я бы. На самом деле, ребят, не так все просто. Стиль езды. Сейчас все нормально. Давайте. Сейчас вот я сел, но в сапогах, конечно, неудобно рулить. Попробуем съехать с вами в эту ямку. И
Попробуем мы с вами заехать. Вот смотрите, вторая пониженная, разгазовываю. И мы почти доехали. Почти. Сейчас попробуем. Сейчас качнем. Нет, провалился. Вот, видите, и мы заехали. Говорю, все зависит от водителя и от того, как он привык ездить. У меня вот стиль езды совершенно другой. И здесь. Ой, бля, чуть не задел. Ребят, получится у меня. Вот у меня обороты, слышите, постоянно обороты. Все. Все, попили чаю, сейчас будем трогаться. Но трогаться, я думаю, будет тяжело, так как машины простояли около часа, все прилипли. Так, Макс, ничего, неплохо тронулся. Давайте Женька посмотрим. Вот, вот вам пример. Постояла тепленькая и не едет. Ну давай буксуй, посмотрим, что на тебе. А? Вообще никак. Нет, 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 не едет. Так, УАЗ у нас на больших колесах, хороших. Как он справится на подъем с выездом? Как глубоко-то. Ох, глубоко, ребята. Вон что тут творится. Так. Вот буханочка, не получается выехать. На подъеме стоит. Хотя Nissan выехал самостоятельно. Вот и не знаешь, что лучше, резину, самоблоки, лебедку, да? Где как повезет. Где-то эта буханка может выехать нормально, без всего, за счет резины. Хватает. Блин, вроде резина, цепляй. И не хватает. Ай, давайте спустимся, посмотрим. Дает побольше разгончику. А тут движка не хватило.
давай назад, еще. Хорош, наверное, больше не надо. Ну, вроде бы все должно получиться. Да. Бля, смотрите, чуть-чуть. Ой, елы-палы. Идет развесовка. И все, тяга теряется. Видите, только правая сторона буксует, а левая стоит. То есть загруженная. Обидно. Прям сильно обидно. Что, еще раз гончик. Сейчас еще закопается. Ну все, надо выезжать. Надо. Отлично. Я в эту горочку заехал. У меня получилось. Давайте патриот посмотрим. Разгон у всех одинаковый. То есть вот он уперся. И пока никак. Молодец, получилось, красавец. Так, освобождаем дорогу. Товарищ подъехал, мы уже уезжаем, он только подъехал. Но тут смертельный номер. Ну, Макс дает. Тут, не знаю, тяжело, навряд ли. Смотри, ползет. Неужели вытащил? Красавец. Вот так вот. Отлично. Все, ребята, выезжаем домой. Паша, с этим. Ну да. Вот сейчас мы, ребята, стояли на подъеме и тронулись на первый пониженный. На первый, да, уже блокировочки типа. Едет. Вот говорю, на данный момент вот по блокировкам я доволен. Вот на данный момент прям вот в снег, в колея работает. Реально работает. Ну, идет вообще, идет он. Да, мне тоже нравится. Вообще идет. Мне прям по кайфу прям. Уверенно едет, то есть без всяких этих. Ну а тут уже вроде мы как бы уже к городу подъезжаем, да? Уже такой жести здесь не было. Нет, мы сюда ехали же нормально. Никто нигде не воткнулся. Там пошла жесть. О, включилась. Да, вот люстра. Разница достаточно.